После суровой зимы мы с нетерпением ждем цветения первых весенних цветов. Это фиалки или Анютины глазки. Французы называют ее мартовская птичка. Существует множество видов этих цветов, включая лесную фиалку. Хотя это многолетние растения, но обычно их выращивают как однолетние или двулетние. Большинство фиалок не имеют запаха, за исключением ароматной, душистой. Благодаря своему тонкому и пьянящему аромату она улучшает салаты и десерты. Фиалки все съедобны. Это растение, которое можно употреблять в пищу без ограничений. Листья и цветы фиалок содержат в 3 раза больше витамина С, чем апельсины. И в 9 раз больше витамина А, чем помидоры. Также они содержат минеральные соли. Листья фиалки богаты слизью. Едят их сырыми, добавляя в салаты. И добавляют в суп и соусы, которые загущаются. Фиалки очень популярны в ароматерапии. Они смягчают кожу и слизистые оболочки. Рекомендуется при кашле и легочных заболеваниях. Мне очень нравится очищающая маска для лица из фиалок. Помогает очистить закупоренные поры и удалить присутствующие там мертвые клетки или бактерии. Также обладает смягчающим свойством, которое помогает сохранить кожу увлажненной. Используется в рецептурах кремов, лосьонов, кремов для глаз и других средств по уходу за кожей и волосами. Так как эти цветы я добавляю в косметику, в десерты, в выпечку, то использую именно натуральное органическое удобрение. Оно является естественным усилителем для всех растений. Не сжигает корни, не загрязняет землю и не вредит качеству нашей фиалки. Анютины глазки не требуют особого ухода, особенно если мы их высаживаем в землю. Единственное – боятся застойной влажности, что может привести к их гниению. Если ваша земля имеет тенденцию удерживать воду, лучше добавить гравий или крупный песок, чтобы облегчить проникновение воды глубоко в почву. Они также отдают предпочтение нейтральным или кислым почвам. Являясь результатом гибридизации, цветки очень красивы в первое цветение, но затем вырождаются и становятся в последующие годы менее интересными. Лучше регулярно обновлять растения. В зависимости от сорта, даты посева или посадки, анютины глазки могут цвести весной, летом, осенью и даже зимой. Таким образом, можно получать пользу от этого в течение всего года, комбинируя растения с последовательным цветением.